отец Евмений, скажите, а кто признает православное течение? Какие конфессии признают наше течение? И кого мы, скажем так, признаем? Дело в том, что нас, ну как могут католики нас признавать, если они с нами воевали? Да, мы помним и крестовые походы, мы помним и Александра Невского, который, собственно, с крестоносцами воевал, а ведь это был крестовый поход на Русь, именно католиков. Поэтому признать нас за истинную веру, это значит прийти к нам и стать православными. Так как никто в православие не переходит ни из католичества, ни из протестантизма, ни из других конфессий, значит, они нас не признают как истинную веру. То есть они нас считают схизматиками, еретиками. А мы, в свою очередь, кого признаем? Это анафема, которая была в 1056 году, взаимоположна друг на друга. То есть православная церковь обвинила римскую церковь в ереси католичества, а католичество также обвинило православную церковь в ереси, хотя у нас-то как раз ничто не изменилось. Собственно, вся ситуация произошла из-за того, что у католиков был изменен символ веры, так называемая часть символа веры, филиокве, которая до сих пор изменена. И пока она не вернулась к тому состоянию, которое было после семи Вселенских соборов, мы не можем их признать. Они изменили символ веры, и это, ну, отступление.